Здравствуйте, меня зовут Наталья Седлецкая. Это программа журналистских расследований «Схемы». Мы разоблачаем украинскую коррупцию и рассказываем о ней в именах и деталях. История о том, как изначально с виду благотворительная социальная инициатива оказалась бизнес-проектом для чиновников. Киев, Пуща-Водиця, старые советские корпусы лагеря Юнга. Киевская власть поручила их реконструировать заводу «Ленинская кузница» предприятию президента Украины Петра Порошенко и заместителя председателя его фракции Игоря Кононенко. Политики-бизнесмены обязались на месте старого лагеря открыть бесплатную детскую юношескую спортивную школу. А в результате там открылся частный теннисный спортклуб с отелем, баром и бассейном. Международная теннисная академия, конечно же, платная и рядовому украинцу недоступная. Прибыль, очевидно, ложится в карман ее владельцу, соратнику президента, нардепу Игорю Кононенко. А спортивный директор клуба – его сын, теннисист Виталий Кононенко. Все для детей. Своих. Расследование Максима Савчука. Киев, Пуща-Водиця, улица Городская, 9. Здесь, на месте пионерского детского лагеря «Юнга», уже почти год работает частный спортивный комплекс «Международная теннисная академия». На территории фитнес-клуб, фудкорт, отель, 19 теннисных кортов. Это второй крупный спортивный клуб после объекта «Пятый элемент», связанный с высшими должностными лицами Украины, президентом и его окружением. Но не все знают, что на этом месте планировалось другое заведение – детско-юношеская спортивная школа. После смены власти и уже при мэре Виталии Кличко в декабре 2014 года Киевсовет голосует за передачу этой территории 2,6 гектара бывшего пионерского лагеря «Юнга» заводу «Ленинская кузница», которой владеет президент Порошенко, его армейский друг и заместитель председателя его фракции в Верховной Раде Игорь Кононенко, для реконструкции зданий и сооружений под детскую юношескую спортивную школу. Если вопрос, касающийся земли, выделение земли был выгоден кому-то из членов партии или членов фракции «Удар солидарность», то он имел на 100% шансов пройти. Галина Янченко – единственный член земельной комиссии Киевсовета, которая голосовала против передачи земельного участка «Ленинской кузницы». Говорит, что не верила аргументам коллег из пропрезидентской «Солидарности». Депутаты от фракции «Удар солидарность», которые являются приближенными к Порошенко, убеждали, что мы, принимая такое решение, сделаем хорошее дело. Дети смогут заниматься, хотя, как я говорю, у меня были обоснованные подозрения, что это будет исключительно элитное заведение. В результате примерно так и произошло. После завершения реконструкции в 2015 году лагерь «Юнга» так и не стал детско-юношеской спортивной школой. От Министерства молодежи и спорта пришел ответ, что Международная теннисная академия не относится к детским юношеским спортивным школам. Отсюда видно гостиничный зал. Используется как в командных видах спорта, так и для тенниса, для художественной гимнастики. Руководство академии не предоставило возможности снять до эфира, как функционирует частное заведение, на месте которого должна была быть общедоступная детская спортивная школа. Поэтому мы пришли туда под видом родителей, которые хотят записать ребенка на теннисные занятия. Здесь тренажерный зал. Заведение работает как спортивный клуб. Посещение на один день нашего комплекса как фитнес-клуба, если вы рассматриваете возможность поплавать, два бассейна, двухуровневый зал, провести день для взрослого – 450 гривен, 300 для ребенка. Вот прейскурант услуг, предоставленный менеджером. Обратите внимание, заведение себя позиционирует не как спортшколу, а именно как частный фитнес-клуб. Летом 10 занятий теннисом с тренером обойдется в 3690 гривен, 20 тренировок с тренером 6970 гривен. Двухнедельное проживание ребенка в академии с занятиями теннисом обойдется недешево. На две недели идет теннис как факультатив 8610 с проживанием и питанием. В этом и суть. Если бы арендаторы выполнили решение и сделали из лагеря детско-юношескую спортивную школу, она должна была быть бесплатной.
Заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул подтвердил схемам в ответ на запрос, что закон Украины о физической культуре и спорте не предусматривает плату за тренировочно-учебный процесс в детско-юношеских спортивных школах. То есть в этом и кроется принципиальная разница. Киевсовет предоставил участок Ленинской кузницы в аренду именно для ДЮ США. Это предполагает бесплатное обучение детей. Но структура с орбиты Порошенко-Кононенко открыла частный спортивный клуб с заоблачными для большинства украинских семей ценами. И вообще, детско-юношеская спортивная школа предусматривает такие понятия, как учебный год, каникулы, контрольные нормативы, учебные программы должны утверждаться министерством, а в конце образования выдаваться свидетельство государственного образца. Всего этого в частной международной теннисной академии Кононенко, конечно, нет. Есть реестр ДЮ США, есть контролирующий орган. Они предоставляют определенные сертификаты об образовании. А в нашем случае это обычная коммерческая организация, так же, как любой клуб. И поскольку Ленинская кузница так и не реконструировала лагерь в детскую спортшколу, это является нарушением условий договора с городом. Это нарушение условий договора, договора аренды земли, заключенного с Киевсоветом. Вопрос в том, что последствий за эти нарушения прямо законодательством не предусмотрено. И именно этим и воспользовались. И пользовались во многих случаях. Но секретарь Киевсовета из президентской фракции «Порошенко Солидарность» Владимир Прокопьев не считает, что город обманули. Когда вместо спортивной школы построили теннисную академию, то это то же самое, только высшего направления. Единственное, чего не делает сейчас теннисная академия по сравнению с тем, что могла бы делать, имея там школу, не дает детям среднего образования. И в ближайшее время то, что на улице Городской 9 должна была быть детская юношеская спортивная школа, бесплатная для детей и юношей, просто забудут. К рассмотрению на сессии Киевсовета готовится решение об изменении арендатора. Землю заберут в Ленинской кузнице и передадут обществу Международная теннисная академия с целью обслуживания зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса Международная теннисная академия. О спортшколе уже ни слова. Международная теннисная академия – юридическое лицо, которое уже осуществляет деятельность на месте неоткрытой ДЮ США. Ее конечным бенефициаром является народный депутат Игорь Кононенко. Но все указывает на то, что этим бизнесом занимается его сын Виталий Игоревич Кононенко, который сам увлекается теннисом. Кононенко-младший в 2014 году был руководителем Международной теннисной академии. Теперь, согласно данным сайта организации, является спортивным директором. К сожалению, нам так и не удалось пообщаться с Кононенко-младшим. Пиарщики академии отказали в организации с ним интервью. Трубку он не брал, а потом выключил телефон. Поэтому мы отправились в парламент к его отцу, депутату Игорю Кононенко. Кстати, во дворе его поместья, неподалеку Верховной Рады, тоже корты. Похоже, большой теннис для Кононенко – семейная игра. Кононенко-отец призвал поддержать семейный проект. Там юридической подмены никакой нету. Это первая позиция. Вторая позиция – действительно, есть положение, еще совковое, Советского Союза о статусе ДЮ США. Такое же положение есть и для школ. Выполнить их ни одно, ни второе, ни третье почти невозможно. Более того, прошу поддержать этот проект, потому что это дети, это спорт и это молодость. Коррумпированные суды – теперь это ключевой ответ на вопрос, почему чиновники так безнаказанно грабят государство. Судьи часто просто в сговоре с преступниками. Не все, конечно. Чтобы выявить судей-предателей среди честных, в стране происходит глобальная переаттестация. Мы за ней следим. На этот раз Сергей Андрушко расскажет, как прошло отсеивание руководителей трех столичных судов. И как наш журналист раскрыл то, на что не обратила внимания комиссия. В Украине продолжается масштабное оценивание судей. Его проводит высшая квалифицированная комиссия.
течение последних нескольких месяцев прошли собеседования несколько судов, среди которых апелляционный суд Киевской области. Это его глава Алексей Данилов. Перед членами комиссии его голос еле слышно. Батько дает 13-му процесу. Я не слышу. Батько дает 13-му року, а 15-му он там шансы. Суд, где работает Алексей Данилов, среди прочего, решает земельные споры в Киевской области. Он 2 года как стал главой суда. По стечению обстоятельств у судьи Данилова именно за последние 2 года появились декларации сразу 2 земельных участка около Киева, полученные от государства безоплатно. Один участок в городе Василькове. Теперь давайте по НАБУ. Земельный участок в Василькове – это ваш? В Василькове. Это ваш, да? Мой. Когда вы его получили? Зарегистрировали в 14-м, в 12-м написал заявление, но я там не влиял. Еще один в селе Иванка Бориспольского района Киева. Иванков? Написали все, я написал. Для каких целей? Также обрабатывать, работать, построить домик. Это Николай Яворский, заместитель судьи Данилова в Киевском апелляционном суде Киевской области. У него 3 земельных участка, 3 гектара наследства в Винницкой области и еще 2 земельных участка в Киевской, один из которых, так же, как и у главы суда, в селе Иванка в Киевской области. 3 гектара – это родительская земля, переданная в наследство как земельный пай. Она в аренде. Земельные участки в Обухове приватизированы, так как я в Обухове 20 лет, и там раздавали работникам и судьям также давали. 20 років, як всім працівникам соціального бита роздавали і суддям теж надали. В своє время эти 12 соток были для нас, как для работников апелляционного суда под садоводство в Бориспольском районе. А это еще один заместитель главы апелляционного суда Киевской области Олег Игнатюк. Он также имеет землю, как и у коллег, в селе Иванка в Киевской области. 1200 квадратных метров, но происхождение этого участка... Решение Иванской земельной делянки в садовом товаристве, решение Иванской рады о надании земельной делянки за скульптурное садовое товариство. Выяснилось, что в этом селе в 2012 году судьям массово раздавали землю. Вот этот список с 39 фамилиями. 22 из них – судьи апелляционного суда Киевской области. Еще ряд землевладельцев из высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам. Землю получила и нынешний член высшей квалификационной комиссии, которая принимает участие в оценивании судей, Татьяна Шилова. То есть вы член комиссии? Працівниця, ви на співбесіду. Земля 39 суддям и их семьям выделена за подписью заместителя председателя Бориспольской райгосадминистрации Николая Кононенко. Землю раздали в 2012-м, но в декларации за 2013-й нынешний глава суда Данилов и действующего заместителя Гнатюк ее не указали. Судьи апелляционного суда Киевской области неохотно общаются на тему своих земель возле села Иванков. Скажите, а вы получали земельный участок в селе Иванка? Ой, я вас умоляю. Скажите, а вам выделяли земельный участок в селе Иванка? Бориспольский район, Радио Свободы. А это у кого вы спрашиваете? У вас. А я кто? Получали ли вы земельный участок в селе Иванка, Бориспольского района? Как судье мне не давали. Я не знаю, что это за село такое, Иванков. Получали ли вы земельный участок в селе Иванков, Бориспольского района? А Бориспольского района? Получал. А каким образом? Пойдемте расскажу. Много судей вашего суда получили? Но я не буду на камеру общаться. Вы можете рассказать, по какому принципу? Это была угода между администрацией. Лично расскажу. Целью было создание общества. Знаю, там были судьи высших судов. Чему самый ваш суд и чему самый в Бориспольском районе? Я не знаю. На квалификационном оценивании судей выяснилось, что председатель апелляционного суда Киевской области Алексей Данилов тест на способность проводить судебное заседание провалил. Способность проводить судебное заседание неквалифицированной. Принимать решения нуждается в повышении квалификации. Впрочем, это на общий результат судьи не повлияло. Он прошел переаттестацию и остается при должности.
На заседании комиссии также выяснилось, что заместитель этого суда Олег Игнатюк кое-что продал из своего имущества, у него появился 1 миллион гривен. Никак не зрозуміла. Оцей миллион 40. Я никак не могу понять, вот этот миллион 40 тысяч. Никакой недвижимости не было в сравнении с декларацией 2013 года, но доход... Але дохід ви щось відчуждали. Ви щось відчуждали? Що за собственность була відчужденная? В 2014 году право собственности на часть унаследованного дома. Но там же только часть дома. Когда оформлялся договор о продаже, то все деньги в размере 1 миллион 40 тысяч поступили на мой счет. Мы так и решили. Владимир Андриенко – это судья из другого столичного суда, заместитель председателя хозяйственного апелляционного суда. Антикоррупционное бюро проинформировало комиссию насчет коррупционных рисков у этого судьи. На собеседовании выяснилось, каждый год размер самой большой квартиры семьи судьи в декларации менялся – то 600, то 500 квадратных метров. Будете это комментировать или не будете? Будете это комментировать или оставляем без комментариев? Если готовы, то нужно это сделать. Василий Ключкович, заместитель председателя апелляционного административного суда Киева. Сначала судья Ключкович получил квартиру от государства в городе Виноградов. Квартира 72,4 в городе Виноградов. Объясните, пожалуйста. Квартиру я получил, будучи судьей Виноградовского районного суда Закарпатской области. В составе семьи я, жена, ребенок. Потом в Киеве. Квартира 138 на Днепровской набережной. Указанную квартиру я получил как судья Киевского апелляционного административного суда. А как же использование приватизации? Дело в том, что первая использована на меня, дочь и жену. А тут приватизация использована на моих... А здесь на моих младших сыновей и мать. Могу предоставить оригиналы документов. Там была еще доплата? Да, 24 гривны 95 копеек. А еще семья судьи получила земельные участки от государства. Три земельных участка, один в городе Виноградов. У меня лично два земельных участка. Это какие? 0,12. Это 0,12 и 0,96. Получил, соответственно, решение городского совета. Одно из самых впечатляющих собеседований состоялось с председателем административного апелляционного суда Киева Андреем Горяйновым. Дом площадью 427 метров и земельный участок, я так понимаю, под этим домом. Но нам дают информацию, что все равно это находится в вашем фактическом распоряжении и бывшей жены по доверенности. Если есть какое-то имущество, право на распоряжение, которым было предоставлено мне и которым я не знаю, я включу это в электронную декларацию и думаю, никаких вопросов не будет. Были ли у вашей жены в пользовании за период декларирования автомобилей Porsche Cayenne, Lexus GX460 и Lexus GX460? Были или нет? Lexus GX460. Были или не были? Все имущество, которое находится в пользовании за тот период, за который подавалась декларация, оно есть в декларации. А в декларации оно не указано. Правильно я понимаю? Правильно. В отношении судьи Андрея Горяйнова комиссия объявила перерыв для дополнительной проверки судейского досье, так же, как и Владимиру Андриенко из апелляционного хозяйственного суда Киева. Из руководящего состава троих столичных судов только двое не сразу прошли переаттестацию, а отправлены на проверку. Остальные семеро успешно прошли тесты и собеседование. На сайте суда в биографии председателя апелляционного суда Киевской области судьи Данилова и его заместителей появилась строка «Успешно прошел тестирование в 2016 году». На сегодня это все. С вами была программа «Схемы». Это совместный проект Украинской службы «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Удачи!